Welcome to the last hour of Casual Connect Kyiv 2012. You know, for the last 3 or 4 years, I've been asking a lot of different people, what is the benefit that the cloud has to the average gamer? And I've posed this question to a number of companies. I've posed it to Google, I've posed it to Amazon. We all knew that the cloud was, or those of us that were doing online social games knew that the cloud was useful as a mechanism for scaling servers rapidly, but I was really interested in how the cloud could be used to deliver features and content to players in new and interesting ways. And Amazon didn't answer the question, and Google didn't answer the question, but earlier in the show, Big Fish had a pretty interesting answer to that question. And Julia's here to tell us a little bit more about Big Fish Unlimited. Take it away. Здравствуйте. Зовут меня Юлия Келсон, я работаю в компании Big Fish Games. Очень этим горжусь. Работаю в компании уже 5 лет. И хочу рассказать вам о сервисе, который мы запустили недавно. И я хотела бы прежде всего сказать следующее. Генеральный менеджер и вице-президент, который занимается облачным сервисом, Уилл О'Брайен, не мог быть здесь в Киеве, и я выступаю сегодня от его имени, поэтому не судите строго. Расскажу вам о сервисе с удовольствием и ответим на несколько вопросов, если появятся. Поскольку многие спрашивают нас об этом сервисе, мы решили сделать небольшое как бы, описание его, чтобы вы представляли, чем мы новым занимаемся в настоящее время, куда мы двигаемся и во что мы верим. В то время как бизнес downloadable для PC и Mac игры остаются нашим хлебом с маслом, так сказать, мы верим в мобильные платформы и в развитие облачного сервиса. И я вам немножко расскажу об этом. Почему мы затеяли эту инициативу с облачным сервисом? This doesn't work. Не работает. Извините, ребят. Значит, темы, которые мы сегодня затронем, следующие. Расскажу немножко о компании Big Fish Games, Big Fish. Для тех из вас, кто не знает о нас, расскажу чуть-чуть об облачном сервисе и почему он появился, и как он появился. После этого перейдем к теме Big Fish Unlimited. Это название нашего облачного сервиса. И после этого поговорим о возможностях дистрибуции путем стриминга. И каким образом вы можете стать партнером Big Fish. Презентация у нас на двух языках. Для англоговорящих людей справа, для русскоговорящих слева. Поэтому я надеюсь, что всем будет понятно, о чем мы ведем речь. Итак, для тех из вас, кто не знает о компании Big Fish, я с гордостью хочу сказать, что мы являемся признанным мировым лидером на рынке казуальных игр. Какова наша глобальная платформа? Мы работаем с разработчиками и с потребителями, то есть мы являемся связующим звеном. В чем заключается наша роль? Это соединить разработчиков и потребителей путем аналитики. То есть мы не делаем догадок, не читаем чужие мысли, не предполагаем, как игра продастся. Мы используем аналитику и полное тестирование игр до их выхода на нашем сайте. И анализы этой аналитики, аналитику всю мы делимся этими результатами с разработчиками, чтобы они смогли создать игру наивысшего качества, которая продалась бы максимально выгодно для обеих сторон. То есть то, что предпочитают покупатели, определяет в результате самый лучший продукт. То есть очень важно научить и поделиться этой информацией с разработчиком, с которым мы становимся партнером. Издаем мы игры на различных платформах, на PC и на Mac. Значит, мы считаем, что у нас ведущий магазин онлайн, на самом деле это общепризнано. На сегодня у нас имеется ежегодно, появляются миллионы покупателей, которые приобретают игры с нашего сайта. В каталоге у нас более 3000 игр. И ежедневно происходит порядка
полутора миллионов скачиваний. То есть это наши цифры, наша статистика. Кроме того, мы выпускаем игры на мобильных платформах. Мобильные платформы включают в себя iOS и Android. И на сегодня мы рады поделиться, что у нас миллионы MAUs и более 200 игр в каталоге. Кроме того, мы являемся владельцем ведущей платформы социального казино. Ну и кроме того, облачный сервис, о котором мы сегодня говорим. Это игровой сервис, мы его называем стриминг или облачный сервис, который предлагает две модели. Одна модель, бизнес-модель — это подписка, и вторая модель, которая поддерживается рекламой. В этом каталоге находится у нас сейчас 120 игр, и вы можете сыграть в браузере, на планшете, на смартфоне, на телевизоре, и впереди очень много других платформ, я об этом вам расскажу. Итак, что такое облачный сервис и как он работает? Игра крутится в облаке, то есть в наших центрах данных. Видео мгновенно поступает на любое подсоединенное устройство. Таким образом, фактически игра никогда не сидит на вашем устройстве, она находится в облаке. И для многих из вас, вероятно, эта информация она настолько простая и понятна, но для тех, кто не знает о облачном игровом сервисе, хотелось бы пройтись по вот этим пунктам. Поскольку игра находится в облаке, то прогресс сохраняется автоматически. И вы можете продолжить игру на любом устройстве, в любой момент, когда вы захотите, в любое для вас удобное время. Почему мы решили выбрать облачный сервис, почему мы решили его создать? Есть нужды потребителей, есть нужды разработчиков. Потребители покупают новые устройства на ежедневной основе и хотят иметь мгновенный доступ к играм. Тут мы говорим в основном об американской аудитории. То есть потребители избалованы, хотят иметь доступ ко всему, включая устройства, и игры, и сервис. То есть человек хочет играть на разных устройствах. Наш игрок предпочитает играть недорогие игры, более того, иметь доступ к бесплатным играм. Что это означает для разработчика? Если мы портируем на каждую платформу, у нас увеличиваются расходы. Опять же, кроссплатформенность ведет за собой другие сложности, технические в основном. Больше пользователей появляется, но меньше доходов. Хочу показать вам видео. Поднимите руки те, кто видел и слушал презентацию Пола в первый день. Может, тогда не показывать видео? По-моему, получилось. Ну, давайте посмотрим. Может, у меня тоже не получится. Не удается открыть указанный файл. Так, сейчас, секундочку. Так, видео. Попробую себя. А у тебя нет видео. She didn't get hit by the bus that time. I like the other version better. На самом деле, мне бы было интересно услышать, кому понравилось это другое окончание видео. Поднимите руки. Половина аудитории. Потому что я спорила с Полом и говорила, что оно может вызвать негативную реакцию. Ну,
Я рада видеть, что половина людей понравилась, половина нет. Теперь поговорим о преимуществах для игроков. То есть, поскольку мы обслуживаем две самые важные группы людей для нас, это игроков и разработчиков, и игроки — это те люди, которые платят нам деньги, и мы, собственно, благодаря им существуем. Начнем с игроков. Значит, что мы предоставляем игрокам? Неограниченный доступ к полному каталогу наших игр. Играйте сколько хочется. Дальше. Мгновенный запуск. Игры транслируются мгновенно. Игру не надо качать. Не надо устанавливать на устройстве. Это схоже с тем, как работает сервис YouTube. Вы знакомы, ребята, же с YouTube? Есть другие сервисы, Spotify, Netflix для фильмов, Pandora, Hulu. Это вот все те сервисы, которые работают мгновенно, которые можно транслировать на свое устройство. И все это приводит нас к третьему преимуществу. Можно играть на любом устройстве. И поскольку прогресс сохраняется в облаке, игра остается в облаке, она находится там, вы можете начать играть на планшете с утра за завтраком, продолжить на PC в обед, вечером вернуться домой и сыграть на телевизоре. Теперь очень важная для меня аудитория, близкая к моему сердцу, это разработчики. Каковы преимущества для разработчиков этого сервиса? Во-первых, это очень легко, портировать не нужно, не требуется вносить изменения в код. Если мы вносим, они очень-очень минимальны. Предоставляет нам возможность заработать дополнительные деньги, дополнительный доход от игр PC, которые уже созданы, с помощью двух видов бизнес-модели, подписка и реклама. То есть те люди, которые не хотят платить за игры, они будут играть в эти игры по второй бизнес-модели, не платя за сервис. Подписка, чуть дальше мы к ней подойдем, она включает игроков, которые платят за этот сервис, но имеют доступ к полному каталогу игр. Далее, возраст игры, это так называемый life cycle management, мы его называем. Это когда мы продлеваем жизнь игры на многие месяцы. Игра добавляется, во-первых, в каталог после 6 месяцев после выхода на сайте, на основном сайте. То есть версия выходит, мы сохраняем ценность, так сказать, игры, получаем полный доход от ее PC-версии, после этого мы запускаем ее в стриминг. Таким образом мы продлеваем жизнь игры. Теперь о двух ценовых моделях поговорим, о том, о чем я упомянула чуть ранее. Существует подписка. Игрок получает доступ за $7.99 США к полному каталогу игр. Это игры премиум, они самого лучшего качества. В настоящий момент в каталоге более 100 игр. Игрок играет в полноэкранном режиме, и его удовольствие не прерывается рекламой вообще. Вторая модель — это бесплатный доступ. То есть масса игроков, которые не хотят платить за игры. Таким образом, мы и им даем возможность сыграть. И привлекаем, то есть мы выигрываем для себя что? Мы получаем новую аудиторию игроков, которые в принципе никогда не покупают игры. Для этих игроков у нас существует ротация бесплатных игр. То есть ротация, насколько я помню, 20 игр из 20 игр. То есть они могут сыграть любую из 20 игр, не платя деньги за нее. Игра будет играть в уменьшенном окне и прерываться периодически рекламой. То есть эта модель поддерживается рекламой. Теперь хочу показать вам веб-сайт Big Fish Games, Big Fish Unlimited. Обратите внимание, насколько просто он выглядит. Во-первых, первое, на что вы обратите, веб-сайт — это прежде всего контент, то есть сами игры. Дизайн упрощен намеренно. Для удобства пользования, чтобы он не тыкался и не мучился в поиске этих игр. И вы можете начать играть сразу же. Только вы кликаете на игру, она запускается. В самом верху, посмотрите, игры, которые получают фичерение. То есть это те игры, которые рекламируются в настоящий момент.
Здесь в этом примере три игры в разных жанрах. Ниже перечислены и показаны новые игры, которые были недавно запущены. Слева в левой колонке игры, в которые вы сыграли недавно, вы как игрок. И сайт запомнит ваши предпочтения и сможет порекомендовать вам игры на основе ваших предпочтений. То есть те игры, которые вам нравятся, жанр, механика и так далее, тема. Теперь игры. Сами игры. В настоящий момент в этом сервисе представлено 120 игр, крутятся, и они от 40 разработчиков наших партнеров. Параллельно мы тестируем игры от порядка 200 разработчиков. Это примерно у нас получается 1000 игр. И мы добавляем игры в каталог еженедельно, от 2 до 3 игр. Платформы. Значит, какие платформы в настоящее время существуют для стриминга, которые работают сейчас? Что сюда входит? Компьютеры, персональные компьютеры, мобильные платформы, iOS, включая iOS, и планшет Samsung Galaxy. Также мы работаем над планшетом Nexus 7 от Google, Asus. Кроме того, смартфоны Nexus и другие планшеты и смартфоны. Как же насчет телевизоров? Нельзя забывать телевизоры. Рада поделиться с вами новостью. Мы заключили стратегический договор с Roku. Roku — это производитель самого популярного устройства для телевизоров. И в настоящее время мы работаем над созданием канала для Big Fish Unlimited и планируем закончить этот канал к концу года. Очень-очень ждем запуска и будем наблюдать за его развитием, ростом и прибылью. Итак, что у нас в настоящем и что будет в будущем? На сегодня у нас покупатели во всех 50 штатах. Трансляция идет только на США. Тем не менее, подписчики из более чем 100 стран. В каталоге более 120 игр, я упоминала это. И игры эти у нас от 40 партнеров-разработчиков. И раз в неделю мы добавляем по 2-3 новые игры. На сегодняшний день трансляция составила в целом более 150 тысяч часов. Это примерно 17 лет общего игрового времени. Средняя сессия составляет 30 минут. Это очень хороший высокий показатель. То есть каждый игрок среднестатистически играет как минимум 30 минут в игру. И стриминг идет у нас на персональные компьютеры и на Android. О чем мы думаем в будущем? Что мы затеваем, что мы задумываем? Мы смотрим на Европу, Китай, Японию, Корею, азиатские рынки. В настоящее время проводим оценку этих рынков и намерены выпустить игры на этих рынках в 2013 году. Что еще? Каталог будет состоять из сотен игр, и в конечном итоге, я надеюсь, из тысяч игр. И трансляция будет проводиться на всевозможные устройства, на телевизоры, на смартфоны, в социальные сети, в игровые приставки, консоли и на многое другое. То есть мы не намерены останавливаться на достигнутом, будем расширять как список своих платформ, так и рынки. То есть мы верим, что за стримингом будущее. Каким образом можно поучаствовать в программе? Нужно написать в отдел Developer Relations, обратиться и высказать свой интерес. Если у вас подписан с нами договор, нужно подписать дополнение о стриминге, которое буквально на 2-3 странички, оно очень короткое и простое. Нужно использовать обязательно документ, который создается в настоящий момент, компилируется информация «best practices». Мне сегодня очень трудно было перевести «best practices». Я очень долго думала над переводом. Скажите мне, кто не понимает, что такое «best practices»? Поднимите руки, кто не понимает, что такое «best practices». То есть это рекомендация о том, как подготовить игру технически для того, чтобы она вышла в стриминге и у нее не было проблем именно технического плана. И таким образом, выпуская игру, мы получаем дополнительный доход. То есть это самое важное, пожалуй, для разработчиков.
You broke it. У меня проблемы с техникой, как вы видите. Это был последний слайд, ребята. Спасибо за внимание. Вопрос. No questions? I have a question. Like, what is that music? That was my question. No, seriously. I have a question. Does Big Fish share ad revenue on the free versions of the games with the developers? Yes. Good answer. Здравствуйте. Скажите, намерены ли вы какие-то приложения неигровые использовать и развивать это вообще направление неигровое? Можно уточнить, что имеется в виду неигровое направление? Как в кинофильмах? Какие-то, например, онлайн-приложения, какие-то деловые. То есть не только же игры на этом мире существуют. И думаю, что полезно было бы там обмениваться аудиторией и так далее. Очень заманчивое предложение. Мы готовы, так сказать, пойти в любую область, которая приносит прибыль нам и нашим разработчикам. Но на сегодня мы являемся в основном порталом, площадкой для разработки и выпуска игр. Казуальных. То есть в какой-то момент, возможно, мы это оценим, это предложение, но на сегодня мы только ограничиваем его играми и стараемся, так сказать, сохранять фокус только на играх. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос. Вы сказали, что в перспективах вы планируете выходить на азиатские рынки и Европы. Мой вопрос из двух частей. Каким именно образом, на что акцент при выходе на такие рынки вы будете делать или планируете делать? И в контексте европейских рынков имеется ли в виду также страны Восточной Европы и в какой степени по сравнению там, с странами Западной Европы? То есть вопрос, так сказать, возможности иметь сервер. То есть вы с стрим-сервисами будете выходить на развивающиеся рынки технологически, то есть упор действительно будет, речь будет идти о том, что вы усиливать будете и технологические мощности, и маркетинговые мощности в этих регионах. Да? Абсолютно. И в свете этого маркетинговые, насколько акценты, вот Европа, она разная, восточная, западная, будет ли как-то… Мне кажется, не будет разграничения. Лично я верю в российский рынок. И… Ну, Россия – это отдельный большой рынок. Есть там Польша, Прибалтика, Венгрия, Румыния, такие рынки, Украина. Разграничения нет. То есть это просто физическое расположение серверов, то есть где они находятся. Это прежде всего делается упор на технологическую сторону. То есть как только мы имеем серверы в этой части мира, сервис будет предоставляться странам без, так сказать, без разделения. Конечно, конечно. Здравствуйте, Юлия Тимирхановна. У меня вопрос такой. Собирается ли Big Fish Games оставить акцент на downloadable продуктах, либо все-таки как-то смещать в сторону стриминга, и если смещать, то насколько сильно? Спасибо за вопрос, Денис Борисович. Очень приятно. Хороший вопрос. Как я уже сказала, наш downloadable бизнес – это игры для персональных компьютеров. Они для нас являются основным нашим бизнесом. Мы в него верим, мы растем каждый год. Мы показали рост в прошлом квартале 30%. То есть этот бизнес не умирает, он процветает. Пол показывал в своей презентации возможность заработать на играх на PC, для PC. Я думаю, что фокус не сдвинется, но в какой-то момент возможно, что стриминг займет предоставит возможность заработать дополнительный доход, равный доходу от игр для PC. Я правильно? Я хорошо ответила на ваш вопрос? Спасибо.
То есть мы продолжаем делать игры для персональных компьютеров. Вся наша аудитория, она играет прежде всего в игры на компьютерах персональных и на планшетках, на таблетках. Стриминг — это просто дополнительный источник дохода на данный момент, потому что люди хотят играть на разных устройствах. И я думаю, в этом и уникальность нашего сервиса, в том, что человек может играть на разных платформах. И он может любое, так сказать, устройство взять в любой момент и продолжить свою игру. It was suggested during the mobile track that there's no that Apple won't allow streaming games and will never allow streaming games because they're afraid that it would compete with their existing app distribution business. Is there any truth in that? Без комментариев. То есть мы работаем с Apple. Мы разговариваем с Apple о том, чтобы запустить игры. Я не могу больше комментировать. I can't comment. Excellent. Actually, the person sitting next to you can answer. No, to your left. Yeah. Give him the mic. Are you from Apple? No. But he's from Big Fish Games, so he can probably answer that question. Jeff, why don't you answer? The reality is that they've never said either way. Mm. So you can not confirm or deny, but we are going to push it across all other mobile devices. And the reality is that eventually they may, that'll be a significant competing factor if you can get that content everywhere else on every other mobile device. And the iOS device doesn't have it, so we'll see. And if it does, if they don't, then you just have to stop. You just have to keep selling tons and tons and millions of dollars of apps on that particular platform. Thank you very much, yes, Julia. Thank you. Спасибо, ребята.